В экологической викторине приняли участие три команды – волонтеры молодежного центра Десногорского энергетического колледжа и воспитанники военно-патриотического клуба «Ангел». Викторина состояла из пяти туров. Тест-вопросы по заявленной теме, вопросы на тему «Что вы знаете о природе?», живые барометры, народные приметы, фото-вопросы, вопросы о животных и птицах из Красной книги Смоленской области и общие вопросы. Конституция России предусматривает. Ответ. В. Обязанность граждан беречь и защищать природу. По результатам викторины места распределились следующим образом. Третье место у команды военно-патриотического клуба «Ангел». Второе у волонтеров молодежного центра. А победила команда волонтеров Десногорского энергетического колледжа. Все команды были награждены грамотами и сладкими призами.